підприємство. Підприємство зареєстровано в Україні за адресою міста Київ, вулиця Ольжича, 27/22, офіс 6. Якщо хтось із вас хоче це перевірити, будь ласка, візьміть зараз мобільний телефон або ручку. Я вам дам номер номер реєстрації підприємства. Є єдиний реєстр Міністерства юстиції, де ви вводите код. Хто хоче, записуйте. Може, ви назву не почули, що ще? Код підприємства, Top Mine Extraction. Код 42, 43, 80, 44. Я ще раз повторю. 42, 43, 80, 44. І ви побачите там, що це підприємство зареєстровано Міністерством юстиції в місті Києві. Не знаю, хто. Я немножко продолжу то, что он озвучил. Пока предприятие зарегистрировано в Киеве, объясняю вам, почему не сразу здесь. В зависимости от вашего решения по громаде и нашего присутствия, скажем, то ли здесь мы с вами договоримся, то ли по Божьей мы договоримся, у нас уже есть договор аренды территории, которая позволяет сделать шахту зайти. Она относится к Божьей. Но мы уже имеем подписанный договор, и мы имеем договор, подписанный с ферросплавным комбинатом на, допустим, те же порты. Договор намерений о заключении договора на 50 лет. Нас это все устраивает. Так вот, где мы реально пустим свои корни, там мы зарегистрируем предприятие. Поэтому сейчас торопиться, допустим, мы зарегистрируемся в соседнем доме в Капитанке, а вы нас не пустите, нам придется регистрироваться по Божьей. Зачем нам вот эти карусели? То есть то, что мы будем перерегистрироваться, это факт. Но куда именно, зависит все от вас. Вот. И я еще раз хочу просто вернуться к тому вопросу. Просто, знаете, как говорят, второй раз произвести первое впечатление не получится. То же самое здесь. Пока есть юрист с печатью, я хочу понимать ваше мнение. Мы готовы то, что мы сегодня в плане обсуждения добавили пункты. Мы готовы эти пункты добавить в договор и сегодня же подписать социальный договор. Как вы к этому относитесь, я хочу понимать. Вы подписываете договор? Честно говоря, не понимаю сути вопросов, в каком месте.